Всем привет! Вы на канале Дарья Дроздова. Посмотрим вечернюю Архипоосиповку. Сегодня суббота, 18 мая. Идем на прогулку. Вечерняя Архипоосиповка. Альбатрос зажег фонтаны. Ну, суббота, прохладненько, но по чуть-чуть людей есть. Интересно, хорошо сделали на спуске. Ноги вечно ломали. Сейчас положили плитку такую. Сегодня ребята ложили. Так что здесь проходик к одному подъему от другого. Вот. Здесь можно теперь цивильно прогуляться. Вот. Я так посмотрел, везде будут плитку ложить, где ступеньки. Вот, а здесь пляж. Ну, понятно, чуть-чуть пляжа ушло. Здесь тоже отдыхающие стелили полотенце. Ну, зато удобно ходить. Тут тишина на кирпичной. Да. Вечерняя прогулка в субботу. Сегодня 19-е, да, число? Да. 18-е. Какое? 18-е. 18-е, да. 18 мая. Чебуреки работают. Все нормально, в принципе. В субботу народ вышел, дождя нет, хоть и прохладно, все равно прикольно. Конечно, прикольно. Я говорю, прикольно. Конечно, прикольно, такая песня поет. Да, весело, да. Малая капля еще. Тут 2% от лета людей. Торнадо подготовилась уже к открытию. Все поставили, свои тумбочки, елочки, все столы вынесли. Да, через месяц здесь не пройдешь среди людей. Здесь сидят люди, чебуреки открытые, очереди нет. Подходи, не хочу, как говорится. Летом не подойдешь, 40 минут будешь стоять. Все. Кушают, пьют. Ну, фуджар. Тут хорошо вот эти газовые горелочки, возле них посидеть, погреться можно, тепленькие, настоящие газовые горелочки. Уютненько. Вот.
В общем, так, субботний вечер, Архипов Осиповки. Всем доброго вечера. Подписывайтесь на канал Дарья Дроздова и смотрите Архипов Осиповку. Лето впереди. Пока-пока.